Всем привет! Сегодня у нас интересный рассказ про... Даже не знаю, как и назвать. Скорее всего, это про значок Розыкненского мясокомбината. История очень простая. Когда-то я искал информацию по Розыкненскому молочному комбинату. Был такой в Розыкне, Розыкненский молочно-консервный комбинат. И набрел вот на такой вот мешок-магазин. Вернее, так скажем, это аукцион. Можете почитать переписку, как я переписывался с хозяином аукциона. Я там нашел значок. Значок, который был выставлен на аукцион как 50 лет Розыкненскому молочно-консервному комбинату. Вот так он выглядел. Значок 50 лет Розыкненскому молочно-консервному комбинату. Но когда я написал им, что, ребята, Розыкнес Галес комбинат, это Розыкненский мясоконсервный комбинат, они изменили название и назвали его Розыкненский молочно-консервный мясокомбинат. Ну, то есть, видите название? Ну, это прикольно, конечно. Все это так. И, значит, даже описание снизу видим, читаем, да, что все расписано про молочно-консервный комбинат. Я не знаю, почему это так. Значок оказался в Екатеринбурге. Представляете, аукцион, где это? Я попытался выяснить у хозяина аукциона, как он к нему попадает. Ну, там можете почитать. Он попадает к нему через Петербург. Были времена, 90-е, когда у нас тут скупали медали, значки. Все скупали, люди продавали. Сейчас такой значок стоит 14 евро. Переслать его в Латвию оказалось очень дорого. Там я пишу 40 евро комиссия. То есть для того, чтобы мне его переслать, вот так он выглядит, мне его все-таки переслали. Вот он, замечательный значок. 50 лет Розыкненскому галескомбинату, 37-й год основания. Так вот, комиссия для того, чтобы мне заплатить на аукцион 12 евро, в Россию деньги перевести, 40 евро комиссия. Конечно, это дело не пошло, и я вышел другим способом. У меня есть хороший знакомый по детству, который живет часто в России, бывает, и живет там. И он просто-напросто, большое ему спасибо, купил этот значок, и мы тут с ним разобрались. Вот, поэтому значок уже нашел своего хозяина, вернулся на Розыкненский галескомбинат. Я после этого заинтересовался историей немножко мясокомбината, и, как видим, есть такая книжица, вот сейчас я ее вам показываю, можете почитать, остановить кадр, там все расписано, не буду тут перечитывать. Смысл в том, что комбинат, оказывается, мясной комбинат в 37-м году, представляете, в октябре 37-го года, поэтому в 87-м году праздновали юбилей комбината, 50 лет. Даже я, ну, кто следит за Фейсбуком, я там как-то пытался объявить опрос, может, у кого-то друзья, родственники, знакомые имеются. Что-то получилось, что-то нет, даже получилось кое с кем поговорить. В общем, большого отзыва у людей нет, что меня и огорчает, конечно. Я собирался все это объединить, сделать такой по мясокомбинату ролик. Ну, собственно, сейчас выкладываю то, что нашел. Если у кого-то есть какие-то кадры, какие-то воспоминания, может быть, кто-то даже может поделиться воспоминаниями. Например, было очень интересно, я нашел родственников той женщины, которая готовила банкет, значит, на 50 лет. Это все было, как помните, кто помнит, как раньше готовили это все дома, кипятилось, варилось. Потом в Розыкненских вестях я нашел такую вот заметочку о комбинате, да. Поэтому сейчас просто вот такой интересный экскурс. Может, даже кто-то чего-то тут найдет для себя интересного, потому что почитать интересно, старая история. Кто-то из знакомых увидит, родственников, может быть, даже. В общем, будем считать, что история мясокомбината еще не закрыта. И по описанию, если вы видите, то нынешний комбинат в 2001 году открыт. А история не очень богатая, с 37-го года. На этом заканчиваю, собственно. Вот такой получился ролик. Эта информация собрана, ее мало. Но, с другой стороны, так бы она потерялась совсем. А так вот такой ролик. Если у кого-то есть продолжение этого ролика, вы знаете, там Сирокес@inbox.lv, можно со мной связаться, можно созвониться, можно договоримся. Если есть что интересного, можно продолжить.